Говорить не получится. Сейчас не поговорим.
Опусти оружие.
Иди своей дорогой, сталкер. Нет, убери ствол, тогда поговорим. Нет, так разговора не будет. Мужик, давай, если разговаривать, то по-свойски, без оружия. Два претендента на цинковый дом. Оба прошли первый круг. Покажите, чему научились. Поехали! Мужик, давай, если разговор... Сначала оружие убери, тогда и разговор. Для нашего нового бойца, сталкера Меченого, сегодня мы узнаем, кто он. Претендент на звание чемпиона или просто кусок мяса. Yeah.
Поговорим! Только сперва пушку спрячь. Специально приглашенные гости из Стоклера.
специально приглашенные гости из Римова Меченого. Мужик, давай, если разговаривать, сначала оружие убери, тогда и разговор. За участие в смертельном бою! Неповторимый меченый против мастера, но с небольшими изменениями. Смотрите на растерянное лицо меченого. Даже не подозревал. Итак, нож против... ФН 2000! Поехали! Мужик, давай, если разговаривать, то по-свойски, без оружия. Зрители, сегодня и только сегодня бой за обладание званием мастера арены.
нем участвуют пятеро финалистов, дошедших до финала. Оставив позади себя лужи крови и пота. Каждый сам за себя. Никаких правил. Пусть победит лучший. Начали! Нет, убери ствол, тогда поговорим. Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну что, меченый, принес документы из X-18? Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов рукотворен. Это экспериментальный излучатель Кальманова. Его части как раз изготавливают. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где... Thank you.
Тебе сюда нельзя. Не буду я говорить. Поговори с барменом. Thank you.
И никого на горизонте. Внимание! Обнаружен убийца. Приказ всем. Долго.